Всем привет, с вами Панибратс, и это социальный эксперимент по Open Case. Сегодня я буду крутить на CS Battle. Суть эксперимента какая? Я буду пополняться по 50 рублей, то есть по минимальной сумме пополнения, которая доступна с Kiwi кошелька. Цель окупиться x10. Цель окупиться x10. Всего будет предпринято 10 попыток. Вот если удастся окупиться быстрее, то на этом будет финал ролика. Но максимальное количество попыток я сделаю, короче, 10. В общем, ролик получился очень классный, очень сочный. И финалочка, это просто что-то невероятное. В общем, рекомендую к просмотру. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Ну, а я погнал. В общем, попытка первая. Я полтинник уже закинул. Есть такая сумма. Я буду крутить элиту. И на элите с элиты что-нибудь вытаскивать. Если, конечно, получится. Ролик, наверное, будет довольно долгий. Поэтому черт его знает, как и что будет. Ну, мог еще закрученного. Нет, не захотел, да. Так, сколько? 101 рубас. Так, давай-ка мы тебя продадим, все. Все продадим. Так, открываем. Так, открываем быстро. Да. 3. Все, не хватает. Подожди, в смысле не хватает. Ты же показываешь, что у меня 26 рублей. А почему пишешь, что не хватает? Что за бред? Ой, медленно крутанул. Ну ладно. Мрак. О, это точно. Это точно мрак. Кто у нас? Ну, уходи, уходи, давай. А то ты затянешь меня. Ну, как бы не намного, да? То есть он так вроде как и окупил, но не намного. Так, а если мы попробуем апгрейды? Апгрейды попробуем. Так, ну давай 200 ставим. Шанс больше 10%. То прям не может не радовать. Так, это минус. Нет, не заходит. Увы. Увы. И даже это не заходит, да? Так, окей. Все. Так, первый слив. Через несколько... ну, короче, для вас это будет 1 секунда, для меня буквально там несколько минут. Так, ну все, я снова пополнился. Это второе пополнение. Летим снова в Silver Elite. Смотрим, чего она сможет выдать. Короче, то, что кейс окупает, я оставлю. То, что окупает кейс, я оставлю. А то, что не окупает, продам. Что, прикол какой-то. Прототайп. Проводник.
там-то? Чё по бабкам? Слабенько, да? Слабенько. Так, ну-ка, давай мы откроем разок тебя, Эрик. Чё за скиномания? Блядь. Я думал, сейчас код красный выпадет. Охуеть, скиномания. Призы кейса Эрика Картмана. У вас 0 открытий, участников 20. В смысле, у меня 0 открытий, блядь? А, то есть надо открыть 300 этих, да? Ясно. Снова, короче, 202. Тут, короче, опять, по-моему, балабас полный. Ой, у меня еще... Откуда 23 рубля-то у меня там еще, интересно? А откуда у меня там 23 рубля? Или у меня... А, у меня осталось с кейса, да? С открытой кейса осталось. Да. Так. Все. Все. Короче, снова иду пополняться. Так, ну что, третья попытка. Третья попытка. Так, что с... Давай-ка мы с Картмана первым крутанем. Посмотрим, что он ебанет синюю фанеру. Но это Desert Eagle. Ну, маленечко он типа окупил, да, меня? Типа меня он окупил. Так, ну-ка давай еще разок тебя. А, блядь, надо, можно было второй попробовать открыть, ну... Нет. Нет, 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 нет. Ну, такие прям сочные скинчики, так прям понюхать себя дают, короче. Вот. Блядь, Confidition Zero, ты меня на изи-дропе задолбал. И тут мозг мне телепаешь. То есть напомню, что цель X5. Цель X5. Цель сделать X5. Ну, а... Цель сделать X5. Так, 200. Оу, замахнулся-то я как не кисло, да? Мимо. Этот на 350 попробуем. Зашло. Нет, не зашло. Чутка не хватило. А этот на 350 пробуем. Сувенирный. Так, на-ка. Вот дух. Дух огня. Но это тоже мимо. Так, что, слив. Ну все, иду четвертый раз пополняться. Так, ну все, баланс пополнил четвертый раз. Так, теперь у меня есть здесь, получается, первый крики. Первый крик кейс доступен, да? Бесплатный кейс первый доступен. А, бабло пролетело. Бабло выиграл. Лады. Так. Чё мы? Эрика Картмана крутили, да? Кайл Барфловский. Давай Кайла Барфловский ебанем. С него же все равно что-то может выпасть там. Даже дешевый, но что-то может выпасть, да? Фиолетовая барокко. А вот это вот уже хороший скин. Вот этот вот уже хороший скин. Так, давай апгрейды. Ставим сатен. А этот попробуем закинуть. Ну вот на 500 рублей попробуем его. Так, окей, так, 500. Чего? А, я же скин не выбрал. 34%, ну чё, как, залетит, не залетит? То есть, напомню, цель 500 рублей. Нихуя, прикинь, не залетает. Вот это наебалово. Так, чё, сколько? Ну что, иду пополняться еще разок.
Так, ну что, я напоминаю, что это уже пятое пополнение. Пятое пополнение. Вот, понимаешь, и пока что нихуя. Если кто-то мне там на стримчиках, ребята, говорите, как тебя окупает, ну, как, блядь, сами видите, как меня окупает. Никак, ёптать, никак. То есть, нет, возможно, это все зависит от времени, там, да, от времени зависит, может быть, блядь. От того, что я это все делаю в один день. Не знаю. Не могу я вам сказать, от чего тут что зависит и как. Не могу. Ну, я хуй его знает, на апгрейды стоит ли надеяться сегодня вообще там, да? Давай прям вот 200 сейчас пытаемся сделать на 10%. Ни в какую не хочет, ни в какую. То есть это уже какой по счету апгрейд, видишь? Ни в какую не хочет залетать, ни в какую. Что ж, ладно. Фу, так, что, идем выполняться в шестой раз. Так, ну что, вот и шестая транзакция совершена. Точно шестая? Сейчас давай-ка проверим вот здесь вот, сколько я пополнил. Нет, там... Нет, здесь... Чтобы открыть этот кейс, пополните баланс еще на 230 рублей. В смысле? Как так на 230 рублей? Насколько я тогда пополнился, блядь? Ну, я не мог, блядь, на 230, я же по полтиннику закидываю. Короче, хуй его знает, не буду я разбираться в это, вникать, въезжать, вдаваться. А, я не знаю, чё. Давай Эрика разочек круто ебанём. Давай еще разочек Эрика крутанём. И... Так, лады, Эрик. Так, я вот даже не знаю, что тебе, Эрик, оставить. Или, не, давай мы-ка продадим и сколько у меня? У меня на 3 Эрика хватает. Нет, на 3 Эрика не хватает, да? У меня хватает на 2 Эрика. Ну, посмотрим тут еще. Так, ну, в любом случае это больше. Карпко, и он, в принципе, по-моему, хорошо стоящий скин. Что я могу и ошибаться, да? Волк. Арктического волка за 19 рублей у меня еще не было. Реально, за 19 рублей такого... О-о-о. У него, да? Сколько это? 60 рублей. Так. Апгрейды. Давай в апгрейды. Ловим десяточку. Бля, может не десяточку, может пятерочку половить. Надо на 20 умножать, на 300. Короче, давай мы половим. Так, а подожди, на 20. Надо тут 400 ставить. Или подожди. А, ну да, 4, на 400, за 4 сотки что-нибудь. Желтый жакет. Нет. Ну. А вот это тоже нет. Окей, летим. Седьмое пополнение делать. Ну что, седьмая транзакция проведена. Еще 3 транзакции. Я думал, удастся хоть что-нибудь сделать, но... Видимо, не очень, да? Что, давай... даже не знаю, блядь, Эрик, не Эрик, что-то... Ну, давай с Эрик, еще Эрика крутанем разок. Блядь, ну неужели? Ничего что-то не залетает, ничего не залетает. Директива. Да, ух. Директива, блядь.
Даже не представляю, чем и как. Да уж. Ну, давай 2 соточки. Ну, давай не... так, чё? Давай на 200 попробуем. 2 сотни посмотрим, как. И потом полетим 8-й пополнение делать. Ну, тут видишь. Как-то так, как-то так. Ну, чё, погнали 8-ю транзакцию делать. В общем, ребята, я вынужден остановиться на этом, потому что вот при пополнении, короче, я уже несколько раз пытаюсь, мне пишут: платеж запрещен службой безопасности. Я не знаю, что за хуйня. Короче, по идее, я должен был еще 3 раза пополниться. Что за бред, я не понимаю, что за хуйня такая происходит. Но на этом все, на этом все. Сука, то сайт не дает социальный эксперимент до конца довести, то, блядь, кивас. В общем, вот такой вот получился ролик. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.